книга «Открытым окном», тема «Обращение ко Христу», 7-й том, вопрос 1854. Всегда ли нужно быть тихим и кротким? А если завелись люди, которые все по-своему хотят переделать, и притом на худшее? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть церковные каноны и прямые указания Библии. Зараженную овцу изолировать, изгнать вон. Иезекииля 34 глава 16 стих. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Повсекакий, 13 мая. Став епископом, святой Повсекакий немедленно же, прощаю слово, изгнал из своей паствы церковных волков, и как зараженные члены тела, словесным мечом своим изрубил и повыбрасывал их вон, чтобы они не причинили какого-либо вреда и здоровья членам. Под именем церковных волков, разумеются, еретики и вольнодумцы, а также люди, ведущие зазорный образ жизни и упорные в своей развращенности. Пусть молятся за нас живущие родные, когда не будет их или когда их нет. Пусть молятся тогда дела давно былые, людьми оставленные долгим дням во след. Молитве искренней не надо выражения, и камни молятся, когда на них лежит след дела доброго в домах благотворения. Тот глух, кто не слыхал, как камень говорит. Молитвы — родники алкающей пустыни, единственная связь умерших и живых. В них дуновение неведомой теплыни для зябнущей души в пространствах мировых. В них только в них одних пути наединений, живых с умершими, им всем один почин. Различны поводы молитвенных стремлений. Но смысл молитвы, молитв у вас и здесь у нас один. Случевский, как-как.